Кусь-кусь, нас сейчас ждет распаковка подарочка. А нет, не так. Нас сейчас ждет распаковка подарочка от Владича. Меня и вас. Я забыла ножницы. Так. Это не ножницы. О! Нашла. Адрес не видно? Не видно. Я надеюсь, я это ускорю. К пупырке мы вернемся чуть позже. А теперь... Смотрите. Это поваренная книга Гарри Поттера. Более 150 волшебных рецептов для маглов и волшебников. Вы понимаете, сошлись две моих любви в одном вот объекте. Это любовь к Гарри Поттеру и любовь к готовке. Спасибо тебе большое, батю. Мау. Так, я не знаю, что еще можно записать. Я просто вам зачитаю один из рецептов. Фруктовый лед с лимонным вкусом, тройная сила. Дурсли не захотели покупать Гарри шоколадное мороженое, когда взяли его в зоопарк в день рождения Дадли. Но когда продавщица спросила его, что он будет, им вдруг стало стыдно совсем оставлять его без угощения. И тогда они решили предложить ему фруктовый лед со вкусом лимона, который очень понравился Гарри. Смотрите «Гарри Поттер и философский камень», глава 2. Согласитесь, в нашей жизни не хватает иногда хотя бы, ну, капельки, крупицы магии. А у меня теперь есть. Спонсор моего лишнего жирочка, если что, Владич. Тапками в него. Угу. Спасибо огромное за такой замечательный подарок.